Здравствуйте, мы снова проводим розыгрыш цифровой приставки, и сейчас определится, кто ее получит в феврале. Итак, вот наша запись ВКонтакте, которой нужно было сделать репост. Мы копируем ссылку. Определить победителя нам поможет компьютерная программа. Так. Искать победителя будем среди тех, кто сделал репост. Вот эта строчка на экране. Для победы нужно состоять в группе. Ну что, давайте выберем победителя. Итак, победителем стала Елена Зайцева. Вот ее страница. Информация, к сожалению, не указана, поэтому мы пока не знаем, из Петрозаводска она или из другого города Карелии, но после того, как она выйдет на связь, мы обязательно вручим ей цифровую приставку.